но оказалось все-таки пик сильнее у Левандовского. Ну, возможно, отыграли лучше. Но нет, все-таки там пик был довольно-таки хорош. Сначала мне не понравилось, но вот как раз килла с пик ДК вместе с Луной оказалось норм. Очень жесткий пуш, тяжело пробить, хила просто немерено. Пытались как раз-таки уже начать Луну, вернее не Луну, а Лина пыталась начать убивать в спину быстренько Дазла, но уже было поздно, слишком толстые были коры. И этого было уже недостаточно, чтобы просто выиграть файт, убив Дазла. Ну что, давайте перейдем уже к стадии пика банов. У нас здесь SF, Nightstalker, Гирыч, Висп, Doom и Ember отлетели в бан. Ember в прошлой игре был, в принципе, неплох, но не настолько уж и хорош, чтобы его банить. Возможно, просто не хотят против него играть. Но Слорда, Дазл, хорошая сейчас комбинация. Краски минус фарм сейчас решает, так как физухой очень часто начинает сражаться. Во время того, когда ты дерешься на физухе, очень сильно решает разница в арморе. Поэтому у нас залетает классно всякие венги. Ну, в принципе, венги не так часто. Дазл, Слардарчик. Да, в общем, у нас есть алхимик и аппарат. Отлетели в бан. Ну, бан алхимика довольно-таки понятный. Может он здесь попортить очень сильно игру. Частенько видел игры, когда брали алхимика, выигрывали просто игру в Салатину, но алхимик успевал себе выфармить в нужный момент. Радик, не могли зайти на хайграунд, краски тучка, радик. Все палит, крипы пусть горят, на пушни кого-то нету жесткого. Вроде как Джеки Роуз, там, ДК. И краски получилось этим отдефаться, затянуть игру и выиграть. Так что хороший бан. Ну и квапам залетает для Лимондокс и Лина для Ревиол. Ну что сказать. Да, Лина суппорт снова. В прошлой игре так себе зашла. Пытался там дазла минусовать. И ульчик, Shadow Blade. Такое. Триплкил там хоть и сделала, но знаю. Лучше бы Лину здесь взяли сейчас на кор позицию, чем на суппорта. Будет покруче. Ну, кстати, да, рассказ Левандовс хороший. Тускар. Он и сейвит круто. И вдамажить может. Лов имеется. Так даже нужно под контроль есть. При помощи Варду Спанча. Виверна тоже круто сейвит. И при помощи Виптимейта, и при помощи Олден Брейса. Ну и тупарочка залетает для Ревивал. Пока что рефрашинг как-то быстренько сбивать нечем. Дарксира. Мол, конечно, взять в харду. Кар будет суппортом. Жаль, Дума не взять. Против Тумларки хорош. А возможно, появится вообще Вайпирос. Аквапа будет фармить. Почему бы и нет? Вайпер вроде бы здесь неплохо смотрится. Краски с Ладарами, Личник против него, Вайпер. Ну, наверное, вряд ли. Пэл появляется у Имандокса. Вот против Пэла ничего так-то и нету. Вот зачем они банили краски Эмбера. Хотели взять себе Пэла. Остался, получается, и на суппорт все-таки здесь будет. Сладар в харду. Керри остался у нас для Ревивал. Эмбера не взять, а вот Керри, кого лучше взять против Лансера? Ну, не знаю. И мага взять против, выформить себе, перефармить Лансера и выиграть его. Уверен я. Дарксирганский забанили, да. Экологичный бан. Даже ожидаемый. А, залетел сейчас инфа. Немножко в топа. Call of Duty Black Ops 3 заработал 550 миллионов за первые 3 дня продаж. Not bad. Ну, Шикироса в итоге отправили в бан. Тоже довольно-таки логично, все стандартно. Собрали Пейла, забанили Шейкера.
Что, last pick? Нужен керри, краски керри и шейкер, если бы был. И слада шейкера, керри в харду. Тоже могли так, в принципе, сыграть, но не получится. Мне кажется, нужен керри. Слада, кажется, все-таки будет хардлейнером. Да, комментатор Бристлвэк начал здесь рассуждать. Любит поговорить. Ну что, 43 секунды имеется. Впервые, 47 секунд имеется, уже 43. Кого добрать? Мне даже вариантов тогда нету. Ну, темпларочка вроде бы против Пэла неплоха. И блейды по иллюзиям пробивает, вроде бы норм, но нужно понадежнее еще, хоть что-нибудь добрать. Что-то взять. Гирыч в бане. Эмбер тоже в бане. Да, Эмма брать. Но Хищник, еще один против Виверны. Наверное, не стоит. На кого же тогда взять? Времени мало, тоже задумались у нас. Ревиол. Бонус тайма. Остается всего секунда и появляется АМ. Ну, не нашли выбора лучше. Да, АМ, в принципе, здесь смотрелся, но не так, чтоб уж вообще вот точно вот антимаг и все. В принципе, вариантов других-то и нету. Похоже, проблема в том, что бонус тайм заканчивался, и варианта лучше не нашли. АМ посмотрим. Не идеально, но все же неплохо. Если, конечно, сможет выфармить. Ну и last pick. Нужен или же хардлейнер, или же второй суппорт. С Тускаром пока что не ясно. Но он все-таки отправится. Ну, мне кажется, Тускар суппорт. Здесь будет, краски остался хардлейнер. И тоже весь бонус тайм решили потратить на Slimon Dogs. Команды очень задумались. Тратят время по максимуму. Собирайся бистмастера. Ну, в принципе, бистмастер. Почему бы и нет? Снова будут пушить. Похоже. Быстрые некрачи, птички, много вижена. Кардефрис ему стоять будет там. Не так, чтобы и легко, но если Лина снова пойдет таблой в харду, то будет довольно-таки просто. Ну, а команда разбирает героев. Не спешат. Да, игра у нас начинается. У нас вторая игра. Вы еще не поставили админы. Ну да ладно. Первая карта за Lemon Dogs. Осталось им одержать всего лишь одну победу, чтобы выиграть для себя $150. Ну и нету больше права на ошибку у Revival. Нельзя эту катку сливать. Ну что, давайте еще раз посмотрим, кто на ком играет. Фрикалетта у нас играет на Виверне. Стеф Стайл на Тускаре. Орес Локо на Бестмастере. Чирили будет фармить на Пэле. И Фив у нас на Квапе. Ну и что, у Revival. Вайт Пипо на Дазле. За Апачи. У нас на Антимаге. Валик на Темпларочке. Кэптен Лау у нас играет на Лине, и Хако на Слардаре. Ну и все-таки похоже, лайны будут стандартные. Триплой пойдут. Антимагу максимум дать спейса, чтобы фармил. Иначе будет очень-очень сложно. А, снова гудлаки полетели. Ну, собирается сражаться за эту руну у нас LD, что не ясно. Вот здесь получится, шарды будут хорошие. Будет, конечно, круто. Ну, 4 на 4, в принципе, сражаться. Посмотрим, у кого здесь будет шансов-то побольше, верно. Потрубила, покатился на сноуболе, откинул тачки неплохим, сразу же глядя на себя закинул, пытается здесь апач пока что маны полишать, хотя он вроде бы не качал никого с филазами, нет, у него стачек прокачан. Валик пытается здесь добить, Валик там в лифт, там стачком откидывается, ппшечку оформляет краски здесь у нас на валике, а вот Пипа смог уйти. 20 хп все же осталось, но все же живой. О, ппшечка на мидере. Руну у нас забрал Квапа, вторую руну забрал у нас ПЛ, так что начало здесь за Lemon Dogs. Паузу снова просят. Минуточку. Не смог Хакон отжать руну. Значит, не качал на спринте. А был бы значит, скорее всего, руну бы отжал. Ну,
Да ладно. Там далеко кто у нас? Тускар воюет. Если сможем там уйти. А может даже пробовать забрать здесь ценой своей жизни Дазла, но это... Если она все-таки вряд ли, когда Дазлах не поставится. Просто типа прямой Кристалл снова более на него Тускар, когда его есть Вижен, вернее, по нему есть Вижен. Будет глупо. Ну ладно, ждем. Здесь так там ничего и не посмотришь. Плюс, мне кажется, Варику здесь еще и Сагал привозить. Потому что против Квапы будет больно. Даже Рефракшн может не помочь. Тангус краски один выложил, один Тангус только остался. Нужно было на линию возвращаться с телепортом. Да, не пока мастера шапка показывается. Подлагал сет. Шапка классно смотрится. Да, хороший сетик. Так, курьер тоже хороший. Побед 101. Пока что у нас пауза, в принципе, смотреть нечего. Статуи, как обычно, во время паузы глючат. Нельзя приблизить. Темпларочка в прыжке почему-то. Стол. Да у нее... Что не за анимация такая? Он так подпрыгивает, я там не замечал. Порта. Норм. Девс. Вот остатка нету одного игрока. Ну, пауза нажимается, ладно, игра начинается. Хватит про статуи. Давайте посмотрим. Тестаем, возможно, выйдет в мид на темпларочку, чтобы кто-то еще поднапрячь. Даже без хила осталось. Он решил в лесах чужих пошариться. Знаю зачем. Так еще и вар стоит интересно здесь. Он тревел. На хайграунд вижу, не дает. Ну, по крайней мере, смотрю его. Найти сложно, потому что уж совсем не стандартный. Не знаю, насколько он профитный здесь. Не знаю. Стоит так стоит. Да, пытался задолжить у нас валик. Тагер, не получилось. Потому что смотря стоит. Ну, да, в принципе, то, что смотрю поставил здесь, Тускар он ставил не для того, чтобы вард найти, а для того, с краски, чтобы Вижен был. По темпларочке. Темпларочке тяжело, краски Сальва ей уже выехала. Потому что ХП уже кончилось, подхила нету. Работа далеко. Кабанчика поймали. Реклока, кабанчик пытается на пробить. Не знаю, почему по кабанчику там тычки закидывает. Решила просто зафармить здесь Рина. Ну, зафармила. Ну, антимаг пока фармит. Фармит неплохо. 12 на 1. Против 7 на 4 у Чирили. Черегенку находится Хакон. Да, решил не контролить. И Дазл забрал себе Паунти. Попробует выйти в спину курьера подрезать. Вроде так даже по таймингу все получается. Может и получится. Курьер с ПТшкой. Было бы неплохо. Конечно, жаль, что не с ботлом курьер. И так тоже. Будет. Классно, если получится. Дазл, Дазл, курьер видит. Вайпипа, тычечки полетели. Да, курьер здесь минус. Неплохо. Плохо сыграно. Ну что, у нас по виду там происходит. 16 на 11 у нас у Квапы. Фраг один есть краски на валике. И 6 на 0 у темпларочки. Совсем фармить ей не дают. Решил себе стаки поделать. Ну, в принципе, правильно. Парочка один из немногих героев, которая может на 10 минуте зафармить много спаун эншентов. Да, пытается товарами постилить, не получилось. Ну, крипов очень много за ним пошло там. Получит для себя экспы, ну и голды тоже должен получать. Мне кажется, должен лоскит здесь хорошо. Да, хороший лоскит.
Двоих? Ай, пропустил, что ж ты так? Я-то тоже пропустил. Ну, 50%. Только сказал, что хороший last hit. Сразу же сотни упал. Два раза. Верно, все еще первый левел. Бить Хакона вряд ли получится. Он здесь экспится вроде бы неплохо. Да, Танчик откинулся. Танчик у него качественный, такой мини-ревидж. Решил повоевать, но здесь ПЛ. Хакону, Хакона в пяти все-таки. Решил отойти, но убивать бы его там не смогли. Маны нету. А копье очерили. Верно. Уже кулдаун на Arctic Burn. В безопасности. Довольно-таки легкая харда получается для Хакона. Ну и баунти руну Виверна с хараунда вызывать не может. Так что еще и руну забирает для себя Хакон. Тут агрессии такой особо-то и нету. Тусик сместился у нас на топ. Краски Тусик у нас агрессивный персонаж. С новым бочком, шардами может кто-то и ворваться. Полетели, ай, шарды плохие. В IP по свете не получилось, ну и не стоит уже здесь быковать. Там нападение вроде пошло, как он, с танчиком, верно, пытался его там поднайти, поддамажить. Вот такое. Черт ловил имеется. Он, кстати, неплохо пробивает Arctic Burn его. Краски по стрельчевикам. Arctic Burn очень больно бьет. Ну и как он решил сходить на базу. Скоро появится на него уже Аквила будет. Хороший реген. Ну и на топе перебаковал. В итоге тут скажем вместе с бисмастером. За что тут как раз в таверну. Решили ворваться. Не стоит этого делать. Дали фраг антимагу. Что у нас по фарму? 31 на 11. Хороший крипстат здесь учредили. Ой, вам крипов, правда, побольше. Хоть он фармил еще и лесных крипов. По нетворцам должно быть более-менее все равненько, но все же фраг еще имеется у АЭМа, так что денег будет побольше. Но зато после АЭМа по крипстату идет три героя команды Lemon Dogs. Парков фармит в два раза меньше, чем фармит ее оппонент в миду. По крайней мере, стаки делает, так что должна как-то реабилитироваться. Стардарщик. Харде у нас 5 крипов, 1 ДНИ. А, не придется руну зачекать третью. Темпларочка для себя отжала. Ну да ладно. Что у нас? Бисмастер 22 на 2. Да, фармит. Хорошо здесь бисмастер в харде. Почти 6 левел. 1600 голды. Not bad. Почему-то не покупать для себя сапог. Возможно, быстрый дагер или быстрые некрачи. Не знаю, ПТ-шку купить стоило бы. Даже не ПТ-шку, а просто сапог. Выход мид, вкатились, навали, Ковали пытался здесь задолжить, вроде бы задолжил, но под хил пошел, как раз таки рядом оказался Дазл, есть у него Грейв, тьма за этот копы, Дазл не успел, эх, что ж ты так. Ну и обинковывался у нас Фив. Заработал для себя фраг, еще и реген нашел, как классно здесь для квапы все получилось. Первый ультимейт, сразу же фраг на вражеском мидере. Еще и реген нашел. После того, как дал фул рассказ на фул ману. Лакер. Что сказать. Ну что, седьмая минута. Давайте посмотрим-ка Netwars. 3700 у нас АЭМа. Фармит АЭМ, конечно, здесь хорошо, но после АЭМа идет три персонажа Lemon Dogs. Это Фив, 3400 Netwars'а, 3200 почти Netwars'а здесь. У ПЛа, нападает он на Пипа, но Пипа успел закинуть себя Грейв, хотя дупльгангер пошел, копье закинуть, и нет, нет, решил не быковать, маны так-то и не хватало. Ну и ПЛ с ботлом, в принципе, стандартно, да, и в принципе по нетворсам на третьем месте в своей команде, на четвертом месте в общем нетворсе 2500 у нас Бистмастер, и он с медасиком, вот это вот интересно. Кстати, да, неплохо, седьмая минута, ну ладно, восьмая минута. И даст у хардлейнера. Неплохо. Неплохо сыграно. Да, Валик решил пофармить стаки. Хоть немножко восстановиться. Кстати, неплохо так ему здесь накапало. Сейчас 2700 примерно. И с мастера догонит.
Нападение пошло по линии, откинулись, а там по дабл дэм уже Сачик мимо, ну и капитан должен подать верно. Ой-ой-ой, по денайл от Тимуа, как же классно здесь сыграл. Пускай решил фраг отдать Фиву, но в итоге фраг не достался никому. Врыв по Апачи, Апачи, Линк, у него там, наверное, не маг, хотя Милинк не в фулдауне, Грейс даже пошел. Шарты хорошие опять по вайтпипу, ну и вайтпипу здесь в итоге минус. Да, по дабл дэм Файв очень больно здесь его пробивает, будет взрываться на антимага, но не стоит, все-таки там уже Блинк откатился. Чем за ним гоняться, лучше подпушить, может крипов согреть. Я почему-то фам не хотел это делать, ну, да ладно. Но Чирили фармит, ему там почти никто не мешает. Но все же АМ его опережает, почти на 900. Ну тут АПЛ может пушить раньше, чем антимаг. Но для него это плюс. Ну и Валик пытается по максимуму подфармить, выйти в топ. Фармит уже стаки в лесу. Потом, кстати, что он дофармил. Мало денег у него капнуло. Я думал, будет больше. И врыв пошел еще и закончился. Ну, как же это не вовремя. Еще рефракшн спал. Да, печально. Очень-очень печально. Доминейтинг уже у нас у Квапы. Да, начали уже пушировать. Был добрать на крипам, крип потанковал, вышку неплохо, крипу быстренько убили, шарды, скрим. И ПЛ снизу тоже должен уже скоро с вышкой справиться, хотя сюда сместился Апачи, здесь еще есть лардарчик, лардарчик за ПЛом, ПЛ без маны, нужно его регениться, антимаг пошел его блочить, пошел минус армор, телепорты полетели, но стачек успеет закинуть, а там пошел почерили, в сноубочи по цели бы, а не успел в сноубол запихнуть, увы, верно, здесь верно 4 левела, стоять как-то не сможет здесь, и Квапа, Квапа срезает, Квапа с ультимейтом, попробует здесь убить, шарды полетели, шарды, это хороший по Хакону, Хакона можно здесь все-таки убивать, Хакон откинулся пока что на Амплифай Дэмэджа, пытается здесь постанить, по Фиу попал, еще под вышку пошел Фив, зачем ты это сделал, получается Клоном Рейс, вроде неплохо, но маны нету теперь на ультимейт, маны лишается еще антимаг, но не успел лишить достаточно. Все-таки, блин, каут Квапа смогла отсюда вас сделать, что неплохо. Поставился Чирили, маны лишился. Блин, как не заюзать, как-то уйти тоже не получится. А я им классно подблочил. И неплохой момент вот ревивал. А ПЛ теперь тоже обиделся. А АМ пришел к нему, убил, а теперь решили напасть на Эмом, но Праймер Рор, увы, завязать не успел. По Апачи, Апачи отдинковался. Папа, 20 регенчик. Это будет фуловый, кого-нибудь здесь бы убить. Валик лесу фармит. Валика, Валика находят, ну и... Бить, наверное, не получится. Стоит куда-то там линковаться. Можно и подвлипнуть. Ну да, правильно, подфармить. Это вполне логично. Ну и вышка падает на топе. Вторая вышка уже для Lemon Dogs. Да, так понемножку, по чуть-чуть Квапа уже вышла в топ-1 по нетворсу. Да, будет где-то здесь орчить себе. Лучше бы сделал аганим фастовый. Орчить можно и после сделать. Орчить хорош, чтобы ловить антимага. Но... В принципе, есть Прамарор, есть Варлус Панч, сноубольчик, в принципе, там мини-стачки. Главное писать достаточно количество урона. Ну и, конечно же, есть Cold Embrace, о, вернее, Winter's Curse. Так что... Орчит не особо так-то и нужен. Ну и вылетает у нас Тускар. Сейчас у нас будет прожата пауза. У нас там нападение, прям... Во время такого... ПВП здесь ставится пауза. У нас Темпларочка напала на Фива. Фив у нас без, блин... Но с дабл демеджем. Рядом у нас Виверна, рядом у нас Хакон. Лина не успеет. Хотя, если будет хилить здесь Контембрейсом, то, возможно, это сыграет даже не на руку. По таймингу станчик закинут Хакон, если он успеет сюда. Посмотрим, что здесь получится. Скар, в принципе, тоже должен успеть с мину сюда прийти. Да, очень своевременная пауза. Или наоборот, не вовремя. Ну что, по этим барабаны. Будет делать себе Чирили. Квапа у нас пока что воюет и закупила себе наорчит Виверна. Пятый левел, конечно. Аркана будет всегда файн. После, я думаю, Глиммер. Стандартная Виверна. Тусик. Возможно, купит себе Мекку. Краски. Аркана и Мека на Тускаре неплохо. Сверху Гвардиан Грифс. Загрейдить.
будет шикарно, потому что там физухи много. Темпларка физухой, Слардар физухой, АМ будет физухой бить. Отличный выбор. Будет Гвардион Грифсы. Ну и Бист. Бист, я думаю, в некрасиво будет ходить. Имеется 1700 сверху. 9-й левел. Да, у Биста все круто. Ну и Ревел. Дазл 4-й. И ничего у него нету. Не знаю, будет ли делать себе здесь все-таки он арканы, или сразу же в урну, или медальку. Уверен, что это выехало. Гварды. АМ. Есть у него ПТшка, топорик, персик и Пурман Шилд. Ну и Ring of Hell. ДБФа. Еще. Нужно дофармить. Ну, в принципе, купить сейчас можно Бродсворд и дофармить на Клеймор. Дальше, кто у нас там? Дальше у нас Темпларочка. Ну, Темпларочка довольно-таки бедная. 3600 Нетворца. ПТшка, Аквила и Ботл. Слабовато. Лина. Лина 6-й левел. Вот это неплохо. Есть 6-й. Можно Лагуной шваркнуть. В прошлой игре Лина у нас Лагуну первую закинула уже по своей базе фактически. Не получилось там. Хотя вроде левел получила не так уж и поздно. Но, увы, не вышло. И купил себе Сейдж Маску, я думаю, это на Юл. Ну и Хакон. Хакон, конечно, будет ходить себе в Блинк. Жаль, Медасик не купил себе как Бистмастер, но он так много-то и не фармил, как Бист. Бабла здесь вынес очень много, Медас был очень и очень быстрый. Как для хардлейнера, там 7-я минута, 30-я секунда примерно. Так что Бистмастера вряд ли получится здесь догнать. Полный творц, разве что начну как-то жестко Ревелу убивать. Ну и в принципе все. Здесь по всем прошелся, а у нас как-то все тускар не возвращается, не возвращается. Да, грустненько. Не знаю почему. Почему он вылетел? Возможно, какой-то дудос. Или просто траблы. Нет, там нет, вернулся, норм. Должна сейчас начинаться у нас все-таки игра. Так, начинается игра. Подшел, похил, под рефайт дэмэджа, пока что пытается здесь подсейвить. Соумбольщик неплохо, и квапа, блин, кау, делает ультима, залетает по толпе. Классно, здесь очень сыграли Лагуна в Тускара, Тускара минус, но Фиф все-таки добил здесь у нас Лардара, но сам теряет стрик, даблкил для Велика. Так что в плюс этот момент, конечно же, для Ревивал. Ну да, по фатрикапам. 1350 голды, 1300 экспы. Неплохо. Ну, Квапа, конечно, все классно сделала, увы, урона не хватило ей, чтобы добить тиммейта. Если бы сдуло, то было бы очень-очень круто. Ну, в принципе, 13 минута, пора бы посмотреть графики. И по графикам у нас неплохо вели LD, начали отрываться у нас понемножку ревиолы. Опасно получится у них закрыть график до нуля, ну или, в принципе, даже вытащить в свою сторону. И по XP, в принципе, то же самое. То есть 1000 преимущества остается за Лемондокс. Нападение начали, помчался туда Хакон. Дубльгангер заюзал, но, кстати, неплохо вроде бы ушел. Промирол откинулся по Хакону, вроде бы неплохо, но вдвоем здесь драться не получится. Пытался здесь Фив подступиться, но не вышло. Там Тепларк пробил неплохо, Тепларочка решила почему-то постоять в балде. Я вроде уже в безопасности. Или это просто засада? Возможно, это была засада. Ну и что? Того, что к вопе. Осталось немножко. Есть уже второй Обливиан Став. Виверна. 6-й имеется. Это очень хорошо. Тиммейт. В скором времени мы увидим. И Стеф Стайл почти уже с Варлс Панчем. Пока что он сигил не качал, хотя стоило бы, потому что там
Антимаг миличник, Слардар миличник, в принципе. ТАшка миличник и убивает ее ввиду, как так она поставилась, и я не знаю. Шарды залетели. Хорошие. Ну еще и смотря сверху. Странно здесь. Феликс играл. Ну что, хватает денег на дагер. Без мастеру. Но пока не покупает. Непонятно, что он будет себя. Здесь играть, Черили вроде бы. Нет, не подловили, просто он вышку забирал. Получил немножко демеджа, ну и просто отсюда уйдет. Думал, появится у него по острова, но нет. Уходит себе все-таки в дифузам. Война пошла у нас, закидывает ультимейтов, как же здесь анимация улетела куда-то вверх. Война рур, как же здесь разорвала бедняжку Лину. Мне кажется, проблема был там уже прям в труп закинут. Или по... А нет, это ультимейтом издуло. Ну, неплохо, неплохо сыграно. В итоге у нас получилось минус 2. Ну и 900, даже почти 1000 голды для Lemon Dogs и 1700 XP. Неплохо. Вот Бист решил у нас записаться в миллионеры. Решил копить деньги. Уже 300 имеется. Не знаю, зачем ему так много. Можно было бы уже и потратить. Ну не знаю, что можно такого купить себе сразу. Вот прям райт-кликом. Ну, дагер только и не крачи. Ну, хоть эти не крачи райтликом купить. На первый уже хватает. А, не показывает мне. Получается по 1300 рецепт, 5200, да. 5200 стоит у нас третий некрам. Ну, 2000 осталось без мастера, чтобы райтликом купить. Это смок вылазка. Какая смок вылазка странная. От одной Лины. Ну и Бист, первый некрам, появляется блинку темпларочки. Вот это вот я не знаю насчет блинка, потому что и так она слишком слабая. А блинки ничего здесь не добавляют. Ну, конечно, мобильность неплохая. Может делать блинка, вот даже когда ее покусят, потому что рефрашн подключен, урон не проходит, ну и блинк, соответственно, задать можно. Ну, не знаю, не знаю. Не уверен в этом. Ну, Слардарчику скоро. Блинк уже должен быть закуплен, осталось 4 сотни. Слардар он здесь очень сильно нужен. Ну и АМ уже с БФом, 16 минута. ПТшка, БФ, Фурман Шилд. Ну я колечком. Да, два арти плохой, все арти понаходили. Врыв пошел, неплохо под двух саппортом, но кинулся Орчисом под азлом. Да, здесь можно здесь никого подрегенить. Орчи сейчас его должен все-таки здесь добивать. Да, Орчи его отправляется в таверну следом за Линой. Ну и даблкил для Квапы, неплохо сыграно. Хорошо подловили. Хорошие варды. Хороший врыв. Все по таймингу. Еще и дабл даже Квапа было. Хотя и так хватало урона. Ну и Орчи тоже зарешал. И да, Орчи, я так сначала подумал, что так себе, но все-таки против Дазла Орчит это очень крутой айтем. Подловили. Ой, как же если Орчит убивать здесь еще и Валика. Умнич. Господствует у нас уже Квапа. Да, если бы не фитануло, был бы уже годлайк. Ну, это тоже вышка минус. Бист решил краски не крачи купить, но как-то да, не кошерно привозить крачи первого левела. Нужно сразу третьего привозить. Уже апнул до второго левела. И лежат они тэш. А нападение пошло, стал снова под вышку. Как же больно пробивает, покатиться за White People. Ну, в любом случае, отправит верно, хотя там здесь подставился. Шарды хорошие откинул здесь, но у тебя лучше ультимейт Квапы пошел. Добивает здесь еще Квапа, даблкил оформила. Хакон кинул со стачком, добили здесь все-таки. У нас Тускара, ну и как он будет жить. Ну и минус 3 в 1 получилось. А нет, минус 2 в 1. Темпларочка еще не ожила. Ну и Тифуза уже готовы у Черили, который все еще фармит. У него все еще одна смерть. Просто фармим. Хотя фармит вроде бы всю игру, но по нетворсу аж на четвертом месте находится. Его даже Бист твой обгоняет, но все-таки он там и пушит, и дерется. Черили вроде подловили, да, Черили должны здесь разорвать, отпускать такие, конечно же, не будут. Ну и неплохо. Дагер, как он купил и сразу же хорошенько заюзал. Да, Бестмастер. Все-таки я его немножко порофлил, но на самом деле он так и поступил. Третий некра уже хватает. Блин, просто некра не палят.
А, повез. Таврюк пошел, вроде бы неплохой. Вапа подловил, а Станчик полетел здесь по Тускару. Станчик и Лагуну залепили еще сверху вместе с ультимейтом антимагом. Мановойдом, конечно же. Ну, неплохо подфидонили здесь Лимондоксы. Еще и Рошанчик. Там, в принципе, минус армор, медальки, правда, нет. Ну да ладно, амплифай дэмэджа хватит. И появляется Владмир УЭМа. Решили Рошана не бить, ну странно. Стоило бы это сделать. Еще и летели. Не знаю, как-то это нелогично. Убить Рошана под амплифай дэмэджем и смелда промакшенного. Можно было бы очень быстро. Там квапы нету, тускара нету, почему нет? Ну, не знаю. Как по мне, это большая ошибка так не делать. Ну что, 20 минута. У нас уже почти десятку, даже больше десятки. Били Лимондокс по голде, сейчас немножко подфидонили. Ну, не беда, у них еще есть 8000 преимущества. Ну и по XPM был почти 7,5. Сейчас график упал до 4. Смог вылазка от Биста. Пошел там еще иллюзия чекать. Бист. Засада, по всей видимости, хочет отправиться здесь. У нас летучие мыши летают пока что. На весь экран залетели. Ну что, пуш? Ну, признаю, есть орчит. Вернее, не орчит. Есть некрочи, пошел сразу же ультимейт по Хакону. Хакона маны лишает, скинуться тачком. Вроде бы неплохо. Ну и Хакона, как же больно здесь пробивает Хаконы в таверну. Там еще и запуржили ману. Прыгает попы, квапа запрыгнула, Орч пока не откидывается, просто дагером отогнала под базу, вышка падает, и на Т3, в принципе, с некрочами можно и пойти, почему бы нет, Флагдара так-то нету, байбек у него тоже не имеется. Да, и пошел пуш. Ну, тэфаться нужно, пока что пытаются посплитпушить нас, а я вместе с темпларочкой. Ну, тэфать нужно, там уже вышка почти упала. Павливаться здесь волнуется, да, и ульчик заюзан. По Apache Center взлетает здесь по Капитан Лаву. Капитан Лав несколько будет жить, решил аквападом не врываться далеко, куда-нибудь за ним гоняться. Зачем этого делать, если можно просто спушить? Вот, кажется, не крути закончились, это не очень, а именно сплит пушит. Придет пока что на Т2 вышку, но здесь падает милишный барак. Ну и можно уходить. В принципе, с его просто сыграть и уйти. Лардар не достал, Валик тоже с даггера. Тоже подпить никого не смог. Полетели шарды по Валику, поставили сентрю, пытались как-то здесь в разные стороны. Запуржили, по-моему, только что ястреба. Как-то странно чирили здесь под пуржи. Ультимейт залетает в итоге по линии. Лину здесь разрывает быстро. Нет, вечно все. Грейв все-таки будет она там жить. Ультимейт залетает по файву. Ультимейт хороший. От квапы убили нас пока что только темпларочка. Темпларочка сразу же байбек от телепорта. Сюда кастует Лина. Слардар вроде бы живет. Он просто отошел, ну и в итоге сагрессировали, потеряли темпларочку, еще и потеряли ржовый барак. А могло бы все обойтись потерей только миличного. Ну, странно. Пытаются здесь загнать все-таки. Там через слово, через трэпы, чирили, пытаются здесь как-то продамажку, как-то убить, Стардар в погоню, но нет. Не получилось. Да, почему-то как он прыгает после Нарошана, сбивает ему линку. А бить его не собирается. Нет, ворвались на Рошана. Пошел в него ДПС. Сигил туда тоже полетел. Кстати, неплохо. Сейчас можно здесь поймать Лимондоксом. И это будет очень печально. Это даже может быть ГГ. Потому что без байбека, потерять еще Егис, очень много преимущества. АМ запрыгнул на хайграунд. Рошан не помогает здесь убивать. И Валик не успевает. Катится снова более Тускар. Ворует Егис. Еще и Рошана тоже убивает силы света. Пошел сразу же мановой по Тускару. Только Егис с него выбили. Под Орчетом пока что у нас Апачи. Очень много урона пишут по Валику. Валик здесь, конечно же, отправить в таверну. Никак он там выжить не сможет. Доминейтинг дабл килл. У нас в итоге от Биста. Не знаю, как он сделал фраг на Дазле. Похоже, не крачами добил. Или не крача убил. Ну, в итоге у нас что получилось? Минус 3. Байбека нету у темпларки, а Егис хоть и потерян, но в принципе не страшно, Хакон пытается здесь поймать, пока что Тускар, шарды сейчас полетят, шарды хорошие залетают, и Хакон, блин, секунд остается и все-таки улетел. Неплохо, очень-очень неплохо. И ПЛ у нас с травелами. Подпуш пока что верхнюю линию. Осталось забрать вышку по миду. Ну нет, все-таки ладно, ДГ я погорячился с этим Рошаном. Таки не все так уж и плохо. Здесь для Ravel. АМ фармит, АМ топ-2 по нетворсу. Попытается, скажем, здесь что-нибудь выфармить. И уже зарешать какой-то драки. Вроде сейчас все неплохо. 3-1-1 у Апачи. Вот темпларочка. 2-7-1.
все очень плохо у темпларочки. Захейтили ее по полной. Появляется еще и Владмир у нас у Бисмастера. Усиливает свой пуш. Еще больше. Да, все вырубили. Помчались. Ну, не знаю, Т2 дефать, наверное, не стоит. Лучше дефать хайграунд. Лиф в кулдауне. Так что может сейчас быть очень сложно в дефе для Revival. Какой хороший спидпуш. Вернее, даже подпуш. Обе линии. Тускару еще и Суар Крестом. Да, все очень жестко здесь. Че, я же прилетела. Да, Черили. И пошел пуш, снова с некрачами, снова ДПС пошел по вышке, вышка падает довольно-таки быстро, нужно как-то здесь попытаться подефаться. Увы, нет какого-то файта крутого, был бы здесь Шикирос или что-то в этом роде, но, увы, здесь такого нету. Нету даже Квапы, Гирыча, не знаю. Их здесь, как я и говорил, сильнее смотрится, ну и без боя падает вторая сторона. Врыв все-таки пошел уже после того, как потеряли сторону, ну как-то странно, все-таки рвается, сноубол пошел, подстрелил, классно, как он пока что по танцам, Варлок Спайс залетел, Праймарол заюзали, залетает сразу ультимейт по Апачи, Апачи обвинкался, вроде бы будет жить, топаут кастует Валик, но все-таки да, уходит, будет жить, байбек у нас Атимак, его все-таки смог Тускар найти и добить, байбек у нас еще Лина, Лагуна откинулась, но разрывает все-таки Лину, ГГ, пишет Вайпипо, ну и все, там, на этом все, увы, но финал у нас получился 2-0. Раскатались здесь лимондоксы очень сильно. Не получилось у Revival хорошо отыграть. Хотя в первой игре мне их пик нравился, во второй игре пик был похуже, чем у лимондокс. Ну и слишком законтрили валиком. В этом, кажется, была здесь проблема. Хотя пик слишком хороший был. Не знаю, даже здесь была проблема. Просто выиграли стадию лейнинга очень жестко. И темпларочку не отпускали всю игру.